маленькую казаки. Люба! Люба! Коля! В городе Кумертау состоялся праздник казачьей культуры «Казачий спас». Торжества начались с молебна в Иоанно-Предтеченском соборном храме города. Провел благодарственный молебен епископ Салаватский Кумертауский Николай. Казака, поспешествуй, спаси его благополучие и совершение делу им. Спешно произвести се, благослови, молимтесь. Все моги и владыки услыши, помилуй. Как испокон веков это и должно быть, было и будет на Руси. Каждое дело начиналось с молитвы. Я хотел бы пожелать всем атаманам, казакам, духовникам казачьих объединений, станиц, крепости духовных телесных сил, мужества. Я хотел бы выразить надежду, чтобы и это наше дальнейшее сотрудничество. А мы знаем, что казак без веры не казак. Это наше сотрудничество и в дальнейшем продолжалось, укреплялось и приумножалось. Казачество всегда было тесно связано с церковью, и до сегодняшнего времени казак является казаком только тогда, когда верит и поклоняется Богу. Человек может родиться в семье казаков, но он не будет казаком до тех пор, когда не примет веру перед Господом Богом. Такой фестиваль нужен для того, чтобы показать быт, сущность казака, показать их традиции, показать их культуру. Такие фестивали, они, в принципе, должны быть везде, повсеместно, потому что патриарх московский и всея Руси Кирилл очень поддерживает казачество. И люди к этому стремятся, потому что казак, он без веры не казак. И все, везде, где присутствует церковь, должны быть казаки. В конце литургии был освящен флаг казачества. Это еще одна традиция праздника. Благословляется, освящается знамение сие воинское в крепость. И утверждение христоименитому воинству казачьему, и в победу на все враги окропление воды сия священной. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. На территории Свято-Троицкой Церкви торжественно открыли и осветили памятник в память казакам, верой и правдой, служившим Отечеству. Мероприятие посетил и глава администрации Кюргазинского района Ахат Кутлуахметов. Благословляется, освящается знамение все крестное, окропление воды все священное. Благодати все Святаго Духа во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Официальная часть второго межрегионального фестиваля казачьего искусства проходила в Дворце угольщиков. Обряд с братиной несет глубокий духовный смысл. Братина на сцене! Дорогие земляки! Дорогие гости, вот еще прошел год, и мы снова с вами встретились на этой сцене. Концерт собрал исполнителей народных и казачьих песен и танцев из разных городов Республики Башкортостан и Оренбургской области. Приехали на казачий спас с песнями, с танцами. Очень рады, что принимаем участие, что нас пригласили. Ну, во-первых, здесь очень много молодых казаков, казачков, пожилых, старых. Это доставляет радость и удовольствие. Цель проведения таких фестивалей – это сохранение, поддержка и развитие традиционного народного творчества российского казачества. Поэтому наряду с традиционными народными номерами своими достижениями делились и мастера народных ремесел, коллективы народных промыслов, общественные организации. У нас сегодня 15 мастеров участвуют, поэтому все гости фестиваля и участники могут и посмотреть, и полюбоваться, и приобрести даже что-то для себя. Потому что изделия ручного труда, они всегда ценятся, потому что они обладают какой-то особой энергетикой. На самом деле они очень качественные. А сегодня у нас, кстати, еще гость из Оренбургской области. И иногда к нам тоже присоединяются мастера из других городов, и мы также ездим. Я делаю куклы из капрона. Колготки сначала отбеливаются, придается определенный им цвет, структура, потом синтепон, проволочный каркас. Все это делается, натягивается на
синтепоновой как бы болванку, и потом утяжками формируются жесты, черты лица. Культурная программа фестиваля была очень насыщенной. Помимо выставки изделий из различных материалов, сделанных руками мастеров-ремесленников, участники фестиваля состязались в фольклорном пении и хореографии. Нравится выступать на сцене, мы поем, приносим радость зрителям, себе, поэтому я очень доволен. Еще одна площадка, где побывала наша съемочная группа – женские посиделки «Берегиня». Цель данного мероприятия – развитие коммуникативных навыков родителей и детей, а также повышение компетентности мам и пап в вопросах воспитания. Тренинг был разделен на 4 этапа. Самым интересным и привлекательным, по словам присутствующих, оказался мастер-класс по рукоделию. Родители и детей учились изготавливать поделки из цветной бумаги, цветы из ткани, вязанию крючком, изготовление цветов, а также шитье кукол и другое. Это древнее искусство, квиллинг, возникшее в Европе, потом плавно перешедшее к нам в Россию. Используется двухсторонняя цветная бумага. Нарезается вот на такие вот полосочки, которые закручиваются, вот смотрите, закручиваются при помощи зубочистки. На этом праздничная программа не закончилась. В парке культуры и отдыха имени Гагарина состоялся республиканский чемпионат по рубке шашкой. Все желающие могли принять участие в этом турнире. Организатором стал Сергей Нестеров. Мы предлагаем поучаствовать здесь всем мужчинам, которые себя считают настоящими мужчинами, потому что рубка шашка – это все-таки мужской вид спорта, это традиционный казачий вид спорта, и поэтому мы предлагаем всем поучаствовать. На сцене участники соревновались в 4 видах рубки шашкой, а именно рубка пластиковой бутылки, висячие веревки по меткам, лаз по меткам и лаз под шапкой. Все дисциплины можно посмотреть на сайте рубкашашка.рф. То есть там есть видео, есть пояснения. То есть, будем рады видеть всех желающих на наших соревнованиях. Соревнования собрали большое количество жителей. Горожане наблюдали за упорной борьбой участников чемпионата. Малейшая ошибка, и все потеряно. По окончании соревнований призеры были награждены грамотами и главным подарком – казачьей шашкой. На этой радостной ноте первый день межрегионального фестиваля казачьей культуры «Казачий спас» закончился. Завтра состоится продолжение праздника.